Доброе утро. У меня утро начинается с готовки. Суп сварила с галушками. И бестроганы с грибами готовы. Жду картошку только. Когда сварится, пюре сделаю. Пересыпала такую маленькую мини-кастрюльку. Прям сама удивилась, как это все поместилось. В общем, дам остыть, а затем в холодильник отправлю. Картошка бушует. Картошку отвариваю с луковицей. Затем ее убираю. Иногда оставляю. Все, и пюрешка уже готова. Она недосоленная, они любят недосол. Для себя бы я, конечно, добавила больше соли и перца. Но так как не для себя, я есть не буду. Ну вот, пусть сами потом досолят. Нежная-нежная, как облачко. Все, я управилась. Суп с галушками, пюре и бестроганы. Печку попозже помою, как с бассейна вернусь. Все, я надеюсь, им понравится. Погодка какая отличная у нас сегодня за окном. Да и вид тоже чудесный. Так что сумку собрала. На бассейне люди есть. Ну ничего. У меня там в уголку есть местечко для меня. Жужик, давай, работай. А я отдыхать. Ребятки, я на месте. Ой, класс. Это кайф. Просто кайф. Солнышко сегодня не сильно такое уж агрессивное. Вода холодная, холоднючая. Ну ничего. Ой, как хорошо. Вид с бассейна на гольф. Гольф-клуб. На горизонте у нас Марина. Это виллы тоже принадлежат гольф-клубу. Здесь в конце этого бассейна есть сидушка, скамейка каменная. Можно там посидеть. Но я сюда не для сидения пришла. И даже не для загара. Нет. Плавать. Я наплаваться не могу, просто наплаваться не могу. Я представить себе не могу, что завтра я уже все, я уже дома. Хотя соскучилась по своему дому тоже. Но здесь хорошо. У меня в доме нет такого бассейна. У меня очень маленький такой, корыце. Здесь, конечно, Жеке повезло с этим делом. Огромнейший бассейн, еще и не один, а их три. Джакузи, плюс очень большой спортивный зал, джим. В моем доме тоже джим, в каждом доме есть джим и бассейн, но вот такого огромного размера не в каждом. Когда-нибудь поднимемся на мою крышу, покажу вам свой бассейн. Ну что, время заплыва. Поплыли. Я не могу. Я сейчас вам что-то покажу. В общем, мой лежачок с зеленым полотенцем прям под стеночкой стоит. Плаваю, плаваю и замечаю такую картину. Приходит царевишна, берет другую раскладушечку, которая стояла рядышком, и перетаскивает ее прямо впритык со мной. Ну, я не понимаю таких людей. Есть же место свободное рядом. Зачем так делать? Откуда такое вот кучкование? Зачем кучковаться вместе рядом, если есть много свободного места рядом? Так, а я наплавалась. Все, пойду ополоснусь
и перенесу мой лежачок чуть подальше от нее. Я не знаю, как я протолкнусь. Придется ее подымать. Царевишну, барыню. Деловая пришла. Отъехала я от нее. Ну, впритык прям. Я не знаю, почему у меня такого нет. Кучкования, пучкования рядом с людьми. Это Антошика тоже это возмущает. Особенно на пляже, когда это происходит. Пляж пустой, и обязательно возле нас кто-то подсядет. Ладно, мы не обижаемся. Просто не понимаю я этого. Все, наслаждаюсь. Фух. А ко мне этот парень клинья подбивал позавчера. 36 лет ему. Приглашал поближе с ним познакомиться у него дома. Он приготовит пасту на ужин. Ой, так смешно, так интересно сейчас мужчины знакомятся. Пришлось отшить пацана. А что делать? Сегодня не мужчины у нас. В бассейне, да? Мужской день, наверное. Он тоже, как и я, каждый день на бассейне. Вчера к нему девчонка клеилась, которая в белом купальнике была. Я ее засняла. По-моему, она с Германии. Я просто слышала, как она по телефону разговаривала. Вот, а вот она к нему клинья подбивала вчера вот в этом же бассейне, где он и ходит. Но он ее отшил. Иногда, редко, но встречается такое, что женщины знакомятся первые с мужчинами. Здесь это нормально. Для меня это дико. Как? Как можно? Даже если тебе кто-то понравился. Я не могу так. Обсыхаешь мгновенно, просто 2 минуты, и ты уже сухой. Че, опять в воду, что ли, прыгать? Боже мой, прилегла отдохнуть. Открываю глаза. Думаю, неужели это с моей стороны? Фух, пока рассмотрела, нет, он с наружной стороны, ребята. Ох, паук! Ты чё сюда пришел? И откуда ты пришел? Вот он меня напугал. Хотя небольшое там, кто его знает. Все-таки паук. Ой. Ой, девочки, сегодня очень жаркий день. Валяюсь, пью кокос, а сама думаю о мороженом. Может быть, сбегать? Быстренько сюда. Здесь недалеко есть супермаркет. Ну, прям совсем недалеко. Наверное, я так и сделаю. Допью кокос и прошвырнусь в магазин. Хочу мороженого. Ой, сегодня ветрено и очень-очень жарко. День на день не приходится. А вон эта сакура до сих пор цветет. Ну, какое красивое дерево. Прям не могу. Видите? Все розовое. Как пойдем, как накупим мороженого. Ой, давно мороженого не ела. Антошик мне обзавидуется. Где он их пособирал? Ой, боже мой, что там происходит? Столько людей. Наверное, смена закончилась. Это рабочие со стройки. Кто-то устал. Устал за сегодня, да? Ночью наорался, набегался. Не знаю. На рабочих не похоже. Что-то религиозное, судя по всему.
воду взяла. Папайи нет, а я на нее рассчитывала. Думала, если будет папайя, то возьму папайю. Нет. Хорошая капуста, но тащить не хочется ее домой. Надеюсь, в моем супермаркете тоже она есть. Хорошая капусточка. Зелень здесь хорошая. Синие, смотрите, какие. Три разных вида. Махапуськи какие. Кабачочки. Арбуз. Ой, ну тоже нести не хочу. Хотя мне парень поможет. Но нет, я сама справлюсь. Так, мороженое, не отвлекаемся. Не отвлекаемся и идем ищем мороженое. Мороженое, мороженое. Ты где? Вот оно. Там даже есть кето-мороженое. С козьего молока мороженка. Есть вот какое-то интересное панда. Какая-то панда айскрим. А где я видела мороженое, которое я хотела? А его больше нет. Вот. Так получается, что ли? С арбузом. Ну да. Блин. Как нет? А нет, есть. Есть. Это, наверное, сходка была кришнаитов. Хари Кришна. Бежим, пока мороженое не растаяло. Бегом домой. Так, мне опять парень помог. Я ему дала пятерку. Здесь вода, миринда. Я знаю, Кевин любит миринду. И я, по-моему, его миринду выпила. А это мороженка. Бегом в морозилку. Морозилку. Мне кажется, оно уже подтаяло. Не хочу подтаявшее. Пусть полежит в морозилке. Потом достану и с вами продегустируем.